развлечение, здесь такая глубина. Обучение для партнеров, награждение лидера. И новинки запускаем, чтоб забыть про докторов. Если ты уже успешен, если молод и здоров, значит, есть высокий смысл зажигания новых звезд. Значит, спонсор твой любимый не напрасно приглашал. Мы не зря сюда попали, я попал и ты попал. Ты узнал о ЖНС, ты звезда. Начинай, давай, народ, порази. Круто ты узнал о ЖНС, ты звезда. Ты звезда, давай, народ, удиви. Здесь дискавер и промоушен, и всемирный экспо-тур. Ты не зря попал на тренинг для развития структур. Вокруг такие люди, рядом Даймонд и Сапфир. И жены с одной семьей, зажигаем мы весь мир. Караманин с новым чеком. Здравствуй, Джейсон, как дела? Мы с бриллиантами на фото, вместе мы одна семья. И жены сменяет жизни, и сбылась твоя мечта. Узнаю тебя, партнеры, потому что ты звезда. Круто ты зашел к нам в ЖНС, ты звезда. Начинай, давай, народ, порази. Круто ты зашел к нам в ЖНС. Ты звезда, давай, народ, удиви. Чудеса бывают в жизни, и сбываются мечты. Это мы в ЖНС узнали, где продукты все хиты. Для себя мы ставим цели, дружно вместе нам идти. И бриллианты нам по силам, нам с удачей по пути. Зажигаем вместе звезды и растем день ото дня. Звезды очень быстро гаснут, если ты не дал огня. Кто-то вылетит на старте, кто-то вырулит финал. Весь ЖНС все очень круто, потому ты и попал. Куда ты поднялся, ЖНС? Ты звезда. Продолжай, давай, народ, порази. Куда ты поднялся, ЖНС? Ты звезда. Ты успешен и здоров навсегда. Ты звезда. Добрый день. Надеюсь, меня хорошо слышно. Рада вас приветствовать сегодня на нашем традиционном вебинаре по вторникам. Прекрасная картинку вы видите. Как Влад подкрепляется прекрасным продуктом под названием «Резерв», а вы слышите Анну Суржанскую, которая сегодня ведет эфир из города Екатеринбурга. Вот вы уже увидели слайд, и Влад хотя исчез, но я хочу сказать, что в Екатеринбурге проходит мероприятие, сегодня у нас второй день. Сегодня у нас 24 июля, второй день мероприятия, поэтому я буду очень кратко и быстро. Мы полностью сейчас в подготовке находимся тренингового дня. Тут и все активные сапфиры, и партнеры, все в делах, поэтому я тоже с вами сегодня не до конца буду. У меня такая почетная миссия открыть, немного рассказать вам, но перед тем, как я расскажу о том, что происходит и в Екатеринбурге в том числе, я, конечно, с удовольствием передам слово для открытия нашего прямого эфира, который традиционно проходит у нас по вторникам, генеральному директору компании GNS Global на рынках России, стран СНГ, стран Балтии, Монголии, Румынии и Болгарии Владу Хаджи. Влад, пожалуйста, с хорошим настроением после резерва. Да, здравствуйте, Анна. Привет вам большой из Москвы. У нас тут несколько пасмурно, не знаю, как у вас. В Европе слышал, что это самое наоборот, все жарко. Оттуда вот совсем недавно вернулся с мероприятия в Румынии, в Констанце, где было очень жарко. Собственно, радостно, что у вас
все проходит здорово, читаю все ваши отчеты очень внимательно, и отчеты Лилии, теперь она передала эстафетную палочку вам, читаю ваши отчеты, очень-очень рад за вас, ребята, серьезно, вот абсолютно по-честному, без балды. Очень внимательно слежу за каждым мероприятием и очень-очень рад, что несмотря на то, что лето везде, несмотря на то, что многим, ну, собственно, хочется и вполне закономерно, и вполне логично хочется, в общем, на пляж, хочется отдохнуть, хочется, ну, меньше работать и больше гонять балду, но тем не менее, наши с вами люди, наши с вами товарищи понимают всю важность, не побоюсь этого слова, архиважность проведения мероприятий, развития бизнеса и движения к намеченной цели. Ребята, вы просто молодцы, вы просто умницы, вы архиталантливы, вы не просто талантливы, вы архиталантливы. Я вам скажу, почему. Почему я так считаю? Не далее, чем позавчера я общался с одним консультационным агентством, к сожалению, не могу вам сказать его название, его имя, но это одно из лидирующих агентств в мире бизнес-консультаций. Скажу вам только следующее, что партнер этого агентства, которое консультирует тот или иной бизнес, выставляет счет по 2500 долларов в час, в один час 2500 долларов выставляет вот такой вот счет тому бизнесу, который он консультирует. Я с ними общался бесплатно, поскольку они мои товарищи, они мои друзья, мы раньше как-то продолжительный период времени плотно работали, плотно сотрудничали, обменивались контрактами, поэтому, ну, собственно, у меня до сих пор есть некие привилегии, мне было очень интересно с ними поговорить по поводу нашего бизнеса и послушать их советы, ну, с целью, в общем, расти, развиваться, что они посоветуют, что люди, так называемая третья сторона с непредвзятым суждением, с незашоренным взглядом, что они могут посоветовать. Может, у меня где-то глаз замылился, может, у наших лидеров где-то, собственно, направление. Хотелось услышать третью сторону, независимую, абсолютно нейтральную, абсолютно непредвзятое суждение. И общались мы, ну, где-то часа два, то есть я бы должен был бы им по-хорошему заплатить за это дело 5000 долларов, представляете? Люди некоторые за месяц столько не зарабатывают. Большинство, кстати сказать, людей на этой планете, на которой мы с вами живем, столько за месяц не зарабатывают. Они вот выставляют такие счета за свои, ну, порой очень важные, конечно, очень нужные и порой даже уникальные бизнес-суждения. Потому что, ну, они все талантливы, да. Они туда набирают лучших из лучших. Там все выпускники лучших международных вузов, собственно, которые находятся в разных государствах на нашей планете. Но это все из топ-10, из топ-15. Я с ним общался, долго общался, было интересно. Вывод, который я для себя сделал, вы не поверите. Ребята, вы не поверите. Наши с вами партнеры, наши с вами лидеры, и опять же, я сейчас произношу это слово не лидеры, в смысле топ-лидеры, только бриллианты, и больше никто. Нет, все наши лидеры. Наши лидеры второго звена, наши лидеры третьего звена, наши только начинающие, растущие лидеры, наши сапфиры, даже наши люди, которые только стремятся еще к этому званию, на поверку оказываются не менее талантливы, чем вот эти вот ребята из этого агентства, которые выставляют вот людям такие вот счета. И я вам скажу, почему. Я вам абсолютно честно скажу, почему. Потому что вы раньше других, раньше многих, вот, кстати, многие из вас раньше меня, у меня заняло это какой-то промежуток времени, вы многие раньше других поняли все, что называется, весь added value, все. Как же это по-русски? Там мы говорили на английском все эти два часа. Всю соль, всю суть этого бизнеса, этого сегмента рынка, этой индустрии вы поняли гораздо раньше, чем многие другие. Вы поняли всю суть и всю соль, что называется, и раньше приняли для себя решение. И в рамках этого сегмента вы выбрали лучшую на сегодняшний день компанию, лучшее на сегодняшний день предложение. Эти ребята, вот, собственно, исследуя все это дело и как бы проведя это исследование, пусть в рамках короткого времени, но тем не менее, они действительно очень-очень толковые, очень талантливые, буквально подтвердили мои слова, что наши лидеры действительно талантливые. Наши лидеры действительно сильные, я сейчас имею в виду не только физически, потому что они занимаются спортом, собственно, ну, физическую нагрузку дают вместе с нашими продуктами. Вы знаете, что наши продукты в композиции с физической нагрузкой, ничего лучшего в мире не придумано. Но они еще сильны своим умом, своим интеллектом, наши с вами лидеры. Они раньше других поняли всю суть этой и всю логику этой индустрии. Они раньше других поняли, что нет лучшего предложения. Есть много компаний.
Есть очень много толковых и достойных компаний. Их ни одна, ни две. Их, собственно, вы даже знаете, что в рейтингах их много. И вся там, вся десятка, все 15 сильнейших, они все 20, 30 сильнейших, я бы даже сказал. Можно даже продлить этот список, потому что, ну, я очень неплохо знаю изнутри многие из этих компаний. До 50 сильнейших, они все недурственные компании. Но нет лучшего предложения на сегодня, чем GNS. Просто нет. Эти ребята мне это подтвердили. Опять же, не потому что я с ними дружу, не потому что они меня любят и нас связывают долгие узы. Они провели ряд неких объективных исследований. Их система это позволяет делать очень быстро и очень качественно. И они мне подтвердили, что если бы даже, условно говоря, кто-то из наших лидеров на сегодня искал бы другое место, когда уйти, он, конечно, мог бы уйти. Мы все с вами, собственно, свободные люди, живем в свободных странах. Но нет, нет лучшего предложения, ребята, нету. Просто его нет. На сегодняшний день GNS с точки зрения построения бизнесов, с точки зрения построения объективно своих бизнес-процессов, с точки зрения возможностей заработка, это лучшее предложение на рынке. Вот этой новостью я хотел с вами поделиться во первых строках, собственно, сегодняшнего моего к вам послания, поскольку меня это очень-очень обрадовало. Мы долго и продуктивно, как я вам сказал, говорили, и вот такой вот вывод меня очень здорово обрадовал. Поэтому очень радостно, что наши лидеры вместе с нашим бриллиантом Сержем Джилорти вместе с Лилией, вместе с Анной проводят вот этот тур сейчас. В этот тур и я в скорости впишусь. Я тоже буду в целом ряде городов, как и обещал питерским нашим товарищам. Я обязательно буду в Питере, как обещал минским и белорусским нашим друзьям. Я обязательно буду в Минске и в Беларуси на наших мероприятиях. Обязательно везде поучаствую. Обязательно приеду, кстати, в те города, которые я не смог посетить в рамках этого тура в связи с определенной загруженностью. Но тем не менее обязательно на будущее я планирую посетить все эти точки роста, в которых сейчас находится мой любимый друг и мой хороший товарищ Серж, и мой хороший товарищ Анна, из которых только что вот вернулась мой другой хороший товарищ Лилия. Но еще раз хочу вам повторить тот вывод, который сделало это агентство, от которого мне вдвойне, втройне, в десятерне приятно, собственно. Уж извините мое словословие, но тем не менее, это очень и очень здорово. Они подтверждают наше суждение, эти талантливые, эти сильные, эти мощные люди, которые вот выставляют такие сумасшедшие счета, и люди им платят. Я, кстати, в предыдущей компании сам им платил, когда мы разрабатывали бизнес-модель. И мы платили им немало, мы платили им, кстати, очень много, потому что консультаций это было много, когда мы выходили на рынок России, обсуждались не только бизнес-процессы, но и начиная от таких мелочей, как НДС, и заканчивая, в общем, они разрабатывали весь план, так называемый, выхода на российский рынок. И это очень приятно, что они мне еще раз, ну, будучи, как я сказал, товарищем, и в связи с этим давая мне возможность с ними консультироваться часто бесплатно, вот сделали мне такие вот выводы. Нет лучше выбора на сегодня на рынке, в индустрии, в нашей с вами любимой индустрии, чем наша с вами любимая компания. И хорошо, что мы ее с вами любим, хорошо, что мы ее с вами обождаем, но вдвойне и втройне более приятно, когда вот внешние, что называется, независимые люди делают вот такие вот суждения. Так же, как внешние независимые люди делают суждения, награждают Венди Льюис, вы видели в очередной раз, что называется, плеяда, целая россыпь наград была ей получена. Так же, как в очередной раз награждается наша компания, награждается Рэнди, награждается Скотт, награждаются другие наши лидеры. Это очень-очень-очень радостно, когда все это из третьих, что называется, от третьей стороны, из третьих уст, а не от нас самих. Потому что это еще раз подтверждает то, что мы с вами и так знаем. Усиливает нашу веру. Без веры мы знаем, ничего без веры невозможно. Если ты веришь в свою компанию только наполовину, а на другую половину думаешь, что может быть там не все правильно, не все справедливо, не все честно, тогда ты просто не веришь. А если ты веришь на все 100, и сторонние наблюдатели подтверждают твои суждения, то твою веру не сломать. Ты пойдешь к новым успехам, ты пойдешь к новым победам, ты будешь еще более энергичен, еще более силен, еще более талантлив. Ну, собственно, с этого я хотел сегодня начать. Также я хотел вам сказать, что тур продолжается. Я очень рад, что он продолжается. Я очень рад, кстати, что продолжаются туры не только Сержа,
вместе с нашими коллегами, но продолжаются туры и других лидеров. Я сейчас разговаривал буквально за полчаса до старта нашего мероприятия, мы говорили почти в течение получаса, мы говорили с Атаном Мамедовым, он продолжает свою работу. Он настоятельно и упорно развивается, несмотря на то, что, собственно, опять же, лето, опять же, хочется отдохнуть, всем хочется, и лидерам хочется, и лидерам второго и третьего звена, но никто не сдается, ребята. Олег Григорьевич Пермяков, наш первый бриллиант на наших рынках, тоже развивается, тоже растет, тоже намечает новые поездки. Я знаю, что он планирует большое мероприятие во Владикавказе, где будет оказана всесторонняя наша поддержка. Это все очень здорово. Знаю, что и остальные наши лидеры. И, кстати, с Олегом Ларичевым недавно я общался тоже, и с Ларисой Гудим не так давно, тоже буквально 2-3 дня назад общался. И опять же, я вот перечисляю вам сейчас, кто-то может обидеться, я, наверное, остановлюсь на этом, всех перечислять не буду, потому что кого-то забуду, и вы мне скажете, ой, ты меня меньше уважаешь, это не так, я вас всех люблю, я вас всех уважаю, я вас всех обожаю, ребята. И вы, еще раз, запомните для себя, вы по определению же, если вы сделали выбор, и вы... собственно, растете и продвигаете свои цели, вы талантливы. Это доказал не я, это доказали не вы сами себе, это доказала третья страна, что вы сделали правильный выбор, вы уже по определению талантливы, вы уже по определению сильны. Это, кстати, значит, что вы можете на себя взять и большую нагрузку, и больше обязательств, потому что талантливый человек, сильный человек по определению может больше, чем обычный, чем среднестатистический. Это значит, что любой из нас с вами, находящихся в поле, возможно, где-нибудь в Якутске или в Екатеринбурге, возможно, где-нибудь в Казани или в Питере, что он может стать на своем месте всем, на что он забьется. Вот хочет он стать бриллиантом, сможет он стать бриллиантом. И никто не сказал нет, никто не сказал, что я, будучи рожден в Якутске, не могу стать бриллиантом. Что называется, как говорил... время Джим Рон, один из первых, кстати, бизнес-гуру и бизнес-наставников, которого я стал слушать очень внимательно, и который полюбил на каком-то этапе, и живьем его, собственно, слушал и видел несколько раз, и даже слушал и видел его живьем на его последней речи. Он заболел в конце своей жизни, он был уже достаточно пожилого возраста, и, собственно, последнюю его речь на сцене он произносил уже, опираясь на палочку, опираясь на другого человека. Но я помню, он повторял не раз, что он повторял, когда был моложе и сильнее, что «Think global», он говорил, но «act local», то бишь начинай с того, что действуй на своем месте, но думай глобально, но действуй локально. Поэтому если ты находишься в Сургуте или в Якутске, это не значит, что ты обречен расти только в Сургуте и в Якутске. Начинай со своего города, начинай со своего региона, начинай со своей республики Саха-Якутия, но это не значит, что твой бизнес начнется и закроется, и останется только там, в рамках этого региона. Нет. Он все равно по определению, собственно, по логике жизни, по логике природы, по Божьей логике, во что вы там верите, он разрастется, когда у вас наступит, ну, законы физики это все описывают, когда у вас наступит тот период, что у вас будет критическая масса ваших партнеров, вы по определению вырастете, вас ничто не остановит, вы станете международным бизнесом. Поэтому растите, ребят, развивайтесь, не останавливайтесь. Верьте в компанию, верьте в свое руководство. Кайл Копланд, гениальный у нас с вами руководитель Европы. Скотт Льюис. Я видел много талантливых людей, я видел много талантливых ораторов. Но я вам говорю, когда говорит Скотт, он говорит по делу, он говорит серьезно. Он говорит сильно, он говорит мощно, он говорит красиво, он говорит самое главное. Он говорит по делу. У нас с вами талантливое руководство, вот, очень талантливое. Уж я не буду говорить про Рэнди Венди, много слов на эту тему сказано. Развивайтесь, растите. Не бойтесь, что лето, не бойтесь, что люди могут вас не послушать и пойти на пляж. Даже на пляже можно общаться с людьми. У стойки бара можно, собственно, завести разговор. Я вот пью, собственно, смотрите, какой прекрасный шейк, а ты выпиваешь алкоголь. Зачем тебе это? Давай я тебе расскажу по поводу того, как можно жить лучше, можно жить качественнее, можно получать здоровье, можно получать удовольствие и, более того, можно зарабатывать. Я вам скажу, что я сам так делаю. В Румынии у нас второй день проходил на пляже. Только с лидерством, только там с дюжиной лидеров мы были на пляже и общались. Ровно так я общался, когда, собственно, заходя в воду, стоял человек и, ну, и курил сигарету. И я с ним поговорил на эту тему, и он подошел потом к нам, и потом сам под одного из лидеров подписался. Настоятельно советую вам, ребята, не спите, идите вперед, двигайтесь, развивайтесь, получайте здоровье, наслаждайтесь, получайте удовольствие, делайте все это с удовольствием и растите в рамках лучшей
лучшей индустрии и в группе, собственно, в лучшей компании, которая есть на сегодняшний день. Ну вот такое вам мое вступление на сегодня. На этих словах я плавно передаю микрофон обратно Анне и Лилии, и они продолжат, расскажут вам про мероприятия, про события, которые идут, которые прошли и которые грядут. И по поводу, я надеюсь, они не забудут произнести все те промоушены, которые подготовлены компанией, с тем, чтобы еще... Наша компания, вы знаете, очень щедра на эту тему, с тем, чтобы вы еще лучше росли, еще быстрее развивались и достигали новых успехов. Люблю вас очень, ребята. Целую вас. Пока-пока. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Влад, спасибо большое. Ну и, конечно, мы продолжаем. И тут у меня есть небольшой видеоотчетик, и не только у меня, так как Лилия, как вы слышали, была тоже в двух городах. Но я начну с того, что Влад сказал, что Олег Григорьевич, наш бриллиант номер один, он также очень в активных действиях находится, и уже 21 июля прошло то мероприятие во Владикавказе, которым упомянул Влад в своей речи. Итак, посмотрите, поступают мне отзывы про это мероприятие. Вы на слайде видите Алену Вовк, которая являлась, скажем так, организатором и вдохновителем на это мероприятие. Что сам Олег Григорьевич приехал во Владикавказ, можно посмотреть, как проходило это мероприятие. Несколько есть у нас небольшой фоторепортаж. Вот. Это было 21 июля, суббота. Было очень много гостей. Партнеры постарались, по сравнению с партнерами, где-то в 3 раза больше было гостей. Очень было много людей, которые приняли решение стать партнерами компании GNS. И сейчас вот Алена сейчас пишет о том, что продолжаются регистрации. Уже после зарегистрировано 7 партнеров с пакетами. 11 партнеров дополнительно уже после мероприятия. На мероприятии, вот, к сожалению, точную цифру не могу сказать, сколько партнерами стало, но уже регистрируется сейчас еще 11, после 7 еще 11, и понимаете, какая цепная реакция. Вот так работает мероприятие. И там сейчас работы не початый край, сейчас пора жаркая. И на самом деле у них там жарко во Владикавказе, и вот такая активная работа. Вот вы видите фотографии, как очень активно работал Олег Григорьевич Пермяков, поражал всех, как всегда, заставлял задуматься о жизни. Ну, а я прошу, мы переходим на следующее событие, и следующее событие как раз прокомментирует Лилия, потому что Лилия была активным участником тех двух мероприятий, которые были в начале тура, июльского тура, как мы называем между собой, вот этого мероприятия с главным действующим лицом, уже Сержем Жиларди. Лилия, перехватывайте инициативу. Да, спасибо большое. Анна буквально вчера прилетела из города Сургута. А действительно, у нас некоторые лидеры, в том числе и Варвара, поехали дальше. И уже вот вчера было в Екатеринбурге. Но прежде чем был Сургут, у нас было, конечно, еще мероприятие было в Казани. Так, это я тогда потом вам расскажу, что касается Казани. У нас проходило мероприятие в нашем тренинг-центре. И мы поняли, что тренинг-центр, конечно, для таких событий уже нам мал. Посмотрите, люди стоят вдоль стен. Было очень жарко, кстати, в Казани. Кондиционер не справлялся. Но, тем не менее, все партнеры посадили приглашенных гостей, сами стояли, никто никуда не уходил, в коридоре там стояли, вот если видно. То есть был небывалый ажиотаж просто, потому что это был рабочий день. И это был вечер, то есть в 6 часов мы начали нашу презентацию. И, конечно,
были поражены количеством просто участников. И действительно, прошло все на одном дыхании, было очень много гостей, было где-то 50 на 50, порядка 70 гостей тоже было, ну и где-то примерно столько же партнеров. Причем партнеры у нас были также и из Тюмени, и из других городов приехали, но в основном, конечно, были люди, которые работают и развиваются в Казани. Вот здесь тоже, видите, и вдоль окон стоят, и вентиляторы работают, и очень-очень идет активная работа, очень интересно все всем. И никто, конечно же, не расходился. Здесь вы видите, вот на слайде выступает наша сапфир Оксана Кореева, которая рассказывала о возможностях и преимуществах нашего маркетинг-плана. И вот тоже были спикеры, в том числе и на второй день. Это сапфир Эльвира Нечаева, рубиновый директор Роман Лаевский, сапфир Олег Халиков. То есть были у нас там лидеры, которые тоже делились опытом своим. Ну и, конечно же, что называется, гвоздь программы, самый основной спикер – это бриллиантовый директор Серж Жиларди, который приехал и который сейчас в данный момент находится в Екатеринбурге. Очень у него была эмоциональная презентация. Сначала он вышел в костюме, в пиджаке, да, все как положено, но действительно было очень жарко, и он очень хорошо выкладывался эмоционально, что потом пришлось ему снять пиджак, и действительно все люди и слушатели вокруг, они чувствовали эту вот невероятную просто энергетику. Вот так это все проходило. А потом у нас был ужин, куда были также приглашены лучшие лидеры, которые за месяц привели больше всего новичков. Вот вы видите здесь вот в верхнем углу, это Елена Емшанова и Влада Колбасина. Они, конечно, молодцы, они работают с амбассадорами, и очень хорошие у них результаты. И как вот мы запустили наш промоушен, этот тур, они были приглашены и участвовали в ужине. И вот вы видите внизу фотография, это уже такая общая фотография на второй день тренинга. Это вот такая казанская огромная команда партнеров, которые работают в этом регионе. Кстати, были там люди и из Уфы, приезжали из близлежащих городов. То есть такое для них было событие. И что нужно сказать, после события они настолько зарядились, что сразу подошли и сказали, мы хотим провести мероприятие в сентябре. Мы видим, что тренинг-центр нам мал. Давайте уже снимем зал на большое количество человек, не меньше 300, и проведем. Поэтому, возможно, в Казани в сентябре будет еще одно событие, и, конечно же, мы только рады такому энтузиазму лидеров, и всегда найдем возможность поддержать наших партнеров и мероприятиями, и, естественно, будем тоже приезжать. Поэтому вот в Казани, скорее всего, будет еще в сентябре мероприятие. Вот так вот все активно и насыщенно прошло у нас в Казани. И дальше мы переехали все вместе в город Сургут. Оказались в Сибири, в Западной. Там, конечно, с погодой было уже прохладнее, но на мероприятии было очень жарко. Вот такой вот зал большой был в Сургуте. И что характерно для Сургута? Были жители Сургута, но было очень много людей, которые приехали с близлежащих городов. Ну, близлежащие города, кстати, нужно сказать, для них это где-то примерно 150 или 200 километров. То есть, представляете, люди приезжали на своих машинах, на мини-автобусах, собирали группы, гостиницы. Только партнеры, нет, это гости, они приезжали, чтобы послушать презентацию компании Janes. И, конечно, вот Сургут этим просто поразил, то, что было людей много. И так, теперь у них гремит такой город, вот мы все его выучили, я думаю, что мы не раз еще его услышим. Называется он Пытьях, находится более чем в 200 километрах от Сургута. Приехала огромная группа уже и новых партнеров, и гостиниц с собой привезли. И на второй день тренинга они также присутствовали. То есть очень-очень хорошо работают и лидеры не только в своем городе, но и развиваются по области. Нижневартовск был,
Лонгипас, то есть очень много людей, которые приехали из области. Вот здесь вы видите спикеров. Здесь к нам присоединилась Варвара Веретюк, которая рассказала очень доступным языком, как всегда, информацию о нашей продукции. Вот выступала Сапфир в Сургуте, которая работает очень успешно, но у нее группы есть по всей России. Это Надежда Евдокимова. И отдельное ей спасибо за хорошую организацию мероприятия. Вот вы видите, Флора Еремеева приехала, это наш элитный сапфир, и она приехала за несколько дней до начала мероприятия, уже там работала со своей группой и еще осталась на какое-то время. И дальше она уже присоединится к нашему туру в Якутске. Это люди, это новые статусы, мы признавали людей, и были новые специалисты, нефриты, и вот выступает здесь сапфир. Евгения Горяйнова. Кстати, она не скрывает свой возраст, ей 70 лет, она очень активная, и, конечно, тоже все были поражены просто ее энергией. То есть в Сургуте тоже прошло все очень и очень насыщенно и хорошо. Потом у нас состоялся ужин, и здесь также была у нас участница, которая подписала много партнеров, больше всего. У нее было там порядка 2000 CV, представляете? Ну, конечно же, она попала на ужин, потому что мы запустили этот промоушен. Ну и, как она позже сказала, ужин ей тоже очень помог для того, чтобы понять, как дальше двигаться, потому что до этого у нее происходило что-то как-то стихийно. И как раз вот Светлана вот в черном платье, она кружевном, она из города Пытьях. И вот там вот у нее очень хорошо развивается сейчас ее группа. И кто знает, возможно, следующее мероприятие мы проведем не только в Сургуте, но и поедем отдельно проводить мероприятие в городе Пытьях. Для нас никаких преград для этого нет. И вот, конечно же, тоже такое эмоциональное выступление нашего бриллиантового директора Сержа Жиларди и на первый день, и на второй день он провел просто великолепный тренинг. И я просто не знаю, откуда берется у него столько энергии, потому что в Казани очень хорошо его встречал народ, и очень он так самоотверженно выступал, и в Сургуте то же самое, то есть очень-очень все проходило на одном дыхании, и второй день тоже у нас прошел очень активно. Также выступали у нас сапфиры, элитный сапфир, Флора Еремеева, Надежда Евдокимова давала. Очень такие прикладные вещи под запись, как и что они делают. Потому что вот, что Надежда говорила, что хочется отметить, в Сургуте научились подписывать на амбассадора. И она говорит, если раньше вот они не умели, не получалось. И потом поймали эту волну, и теперь просто кроме амбассадора ничего не предлагают, и это работает. То есть люди подключаются на амбассадора, ну и, естественно, потом также, кого они подключают в свою команду, идет дупликация уже правильная. И мы думаем, что это даст, конечно же, новый виток бизнесу. Но это вот как раз тоже в конце второго дня, по окончании тренинга была сделана такая общая фотография. Вы видите здесь, и с детьми приходили. Вот молодой человек стоит, у него связки растянуты, но он тоже сидел, все записывал. То есть молодцы, молодцы, очень активно поработали. И я думаю, что это только начало. Также у нас были подписания, конечно, в Сургуте. И, как уже тоже Анна сказала, все это продолжается, да, то есть волна, она продолжается. И, естественно, говорят, что еще будут подписания уже после, по результатам вот этого вот мероприятия. Вот так вот все активно у нас происходило. И вот то, что Анна говорила, сейчас она в Екатеринбурге находится. И могу прям с места событий немножко рассказать. Давайте. Вот я уже сейчас совсем уже просто на низком старте, потому что у нас второй день, у нас обучающий день. Но давайте поговорим о том, что было вчера. У нас был прекрасный зал вчера и очень теплый. Много было партнеров, которые работали, не покладая рук, и стремились как можно больше гостей пригласить на вчерашнее вечернее событие.
Вот он такой современный зал. Ну, я, вот вы видите сразу Сержа, вы видите то, что он, естественно, был таким главным лицом. И все в зале сидели до последней минуты. То есть не было таких, которые бы вставали и уходили. Конечно, вечерняя презентация, она всегда отличается динамикой. Как вот Лилия тоже сказала, люди после работы, если они уж инвестируют время, то они инвестируют. Конечно, у нас традиционные спикеры, вы знаете, Варвара с прекрасной презентацией, очень динамично, интересно. Ну, скажу, запугала сначала, а потом показала, что компания GNS – это решение. Конечно, выступали и такие лидеры, которые пригласили нас в этот город. Оксана Горкунова, Елизавета Степанова, Семен Киракосян на следующих фотографиях, он тоже есть вот в тени, скажем так, своей, своего слайда. И очень были вопросы, были интерес. Варвару, как всегда, не отпускали. Вы видите на слайде, что у нас приехали сапфиры и просто партнеры также из других городов. Это вот как раз гости с Уфы. Вы видите, с Варварой фотографируется сапфир-компания, представляет свою семью Рустам Фатахов. Вот, все было подчинено тому, чтобы как можно больше людей, вы прекрасно знаете цели наших мероприятий, стали партнерами компании. Безусловно, были традиционно все были атрибуты и признания, и розыгрыш. И вы знаете, вчера уже мы поздно разошлись, партнеры пошли с гостями договариваться, пошли делать подписание, и сегодня мы ждем на обучение много партнеров новых, потому что сегодня мы будем именно разыгрывать приз для новых партнеров. Также сегодня у нас по плану обучение от, спасибо, Лили, вот показывает, обучение от лидеров. Как раз вот они все, которые выступали вчера, готовятся. И самое большое обучение мы ждем от бриллиантового директора Сержа Жиларди. Не могу не отметить также его невероятную речь вчера для гостей. Вы знаете, они аплодировали и сидя, и стоя Сержу. И вот я думаю, что будет очень большой результат по новым партнерам в Екатеринбурге. Так что вот, вот такие новости, но мы в процессе, мы в работе, и сейчас проходят как раз такие, скажем, специальные тренинги для тех людей, которые выполнили специальное задание, и проходят встречи, встречи, встречи. Поэтому у нас все очень динамично, и я с вашего разрешения покину и... Просто хочу всем передать, вот уже бегу, уже готова, и хочу всем передать, несмотря на то, что лето, несмотря на то, что вот такая жаркая пора, те, кто хочет, те ищут возможности. Возможности для роста, для изменения, для того, чтобы расти, развиваться и нести вот это прекрасное, такое то, что мы имеем, прекрасную возможность вместе с компанией GNS. Всем вам большое спасибо. Сегодня встретимся здесь с партнерами Екатеринбурга. Ну, а уже буквально послезавтра мы будем в Якутске. Так что я всем просто говорю, что сейчас не время для того, чтобы отдыхать, сидеть спокойно, отдохнули и вперед. До свидания. До новых встреч в эфире, а там еще, я просто уже хочу сказать, что сегодня, 24 июля, время осталось совсем чуть-чуть, когда мы подведем итоги элитного клуба. Но это уже скажу не я, я просто хочу вам, уважаемые лидеры, всем сказать, надо последняя финишная прямая, элитный клуб в сентябре месяце ждет вас. Лиля сегодня скажет. Ну что, до свидания, до новых встреч, а новостей еще полно. Спасибо большое, Анна.
И вот еще одна новость, которую хотела поделиться. Как вы знаете, Janes Global стала генеральным спонсором конкурса красоты Miss Office, финал которого пройдет в декабре. Такое грандиозное будет событие. А пока по всей России у нас идут кастинги. И вот такой кастинг в эти выходные 21 числа прошел в городе Самаре, где при поддержке, конечно же, Janes, где как раз тоже наши лидеры. Спасибо им огромное. Очень хорошо и оперативно сработали. Вот вы видите здесь президентки, да, конкурсантки. Там было у них несколько конкурсов, кстати. Приходило все это в большом торговом центре, при большом, конечно, скоплении народа. И люди подходили, интересовались, что здесь происходит и так далее. Поэтому очень хорошо наши лидеры также получили возможность собрать контакты. Вот вы видите здесь Сапфир 25, Janes Global, Ольга Волкодаева вручает подарки конкурсанткам уже в финале кастинга. Вот были некоторые такие у них конкурсы различные у конкурсанток, и мы поставили наш дисплей, демонстрировали нашу продукцию. Вот вы видите баннер большой, поэтому на всех фотографиях обязательно будет видно, что Janes поддерживает и не только конкурс, но и кастинги в городах. Вот здесь как раз мы вручаем наши подарки. Ну, также каждый спонсор вручал подарки, в том числе и компания Janes. Вот вы видите здесь, я так думаю, что это финалистки именно кастинга. Такие вот, мне кажется, прям лицо и компании Janes, да, то есть и здоровый образ жизни, и карьера складывается у девушек, и хорошо выглядят, поэтому я думаю, что наша косметика, она придется как нельзя кстати. Вот вы видите здесь огромный торговый центр, люди смотрят, люди подходят, интересуются и могут, конечно же, задавать вопросы, и тоже в том числе и о продукции Janes. Спасибо огромное лидерам. Вот такая финальная фотография в итоге, да, с нашими партнерами и с конкурсантками, конечно же. И мы будем, конечно, вас держать в курсе того, как происходят дальнейшие у нас мероприятия, в том числе и на кастингах. И мы с вами, естественно, идем дальше. И дальше у меня задача рассказать о мероприятиях, которые у нас грядут в ближайшее время. Я думаю, что вы расписание прекрасно знаете, но тем не менее, конечно же, напомню, что ближайшее мероприятие у нас пройдет в городе Якутске 26-27 июля. При участии бриллиантовых директоров Сержа Жиларди и Эрика Клера, но также не присоединится элитный сапфир Janes Global Флора Еремеева. И сапфиры, которые работают успешно в Якутске, это Туяра Федорова и Ирина Борисенко. Она живет в Владивостоке, но вот у нее большая группа в Якутске, поэтому она обязательно приедет для того, чтобы поддержать также свою группу и очень плодотворно поработать. Поскольку это будет рабочий день, тоже презентация возможностей пройдет вечером в 6 часов вечера. Адрес вы видите на экране. И также билеты можно еще купить в бэк-офисе. 27 июля уже пройдет тренинг для партнеров в другом месте. Обратите на это внимание, кто хочет присоединиться в Якутске. Ну и Анна Суржанская с Варварой Веретюк тоже будут у нас в Якутске в это время. И дальше, вот как Влад уже говорил, да, у нас под занавес июля пройдет суперсуббота в Санкт-Петербурге. И Влад как раз здесь будет тоже поддерживать это мероприятие. 28 июля, это будет выходной день, поэтому начало презентации в 12 часов. Будем мы ее проводить в нашем тренинг-центре, который работает в Санкт-Петербурге, поэтому вход свободный. Приглашаем всех желающих и обязательно приходите. Но самое главное, приходите не одни, а со своими гостями. У нас также будет присутствовать на этом мероприятии сапфир компании Janes Global Ирина Амельченко, которая хорошие результаты показывает, которая, кстати, ездила, выиграла поездку в Доминиканскую Республику. Я думаю, что она этим опытом тоже поделится. И сапфир Janes Кирилл Вексель. И их также можно будет услышать на
этой презентации. 22 июля тренинг-центр компании Janes Global, бизнес-центр «Сенатор». Такое проходное место, поэтому приходите, приглашайте гостей и ждем вас. И организовывает все это тоже Сапфир наш, Алексей Устюгов, который также по совместительству отвечает за тренинг-центр, поэтому можно будет также ему задать вопросы по тому, как идет работа именно внутри тренинг-центра. Вот, это будет суббота, 28 июля. И таким образом незаметно у нас закончится июль. И я напомню, да, что для Екатеринбурга, для Якутска и для Санкт-Петербурга у нас есть такой специальный промоушен, специальные подарки дополнительные для участников этих событий. В Казани, в Сургуте мы выдавали эти подарки на месте. Люди, конечно, были счастливы. Они сделали заказ за 3 дня или в день мероприятия и получили подарок-сюрприз уже в день проведения. Поэтому тоже не забывайте, используйте эту возможность для себя, кто у нас планирует посещать наше мероприятие в июле. И, как я уже сказала, в ужине сапфиров также можно принять участие, не будучи сапфиром, но будучи успешным и активным партнерам, которые подписывают, которые развивают свои группы. Как вы видели, у нас это очень успешно уже сработало в предыдущих городах, в которых уже прошли эти события, за новые подписания. Для сапфиров также действует квалификация 400 CV минимум или выше за новые подписания в течение месяца со дня события. И дальше у нас наступает август месяц, и в августе мы уже готовимся к проведению еще одного очередного события «Открой для себя Janes» в Алматы, в Казахстане, 4-5 августа. Как мы знаем, Казахстан у нас активно очень работает, именно поэтому мы проводим там достаточно часто наши события, и мы, конечно же, видим результат. Вот вы видите, что у нас 4 августа, это будет у нас выходной день, суббота, поэтому начало презентации в 11 часов, пройдет это в отеле «Гранд Отель Тиньшан», адрес вы видите на слайде. Билеты у нас уже в продаже в бэк-офисе, но нужно поспешить, потому что с 1 августа буквально со следующей недели, с начала следующей недели цена поменяется, и поэтому лучше сейчас заблаговременно купить все билеты. А 5 августа в нашем тренинговом центре Janes пройдет тренинг для партнеров, и, конечно же, на тренинге будут выступать и сапфиры компании, и у нас есть первые рубиновые директора в Казахстане, это Айгуль Базарова и Жумабек Нашанов, ну и, конечно же, бриллиантовый директор Эрик Клэр, который специально приедет на это событие. Конечно, он будет говорить, выступать и первый день для гостей, ну и второй день для партнеров, проведет также тренинг. Очень познавательный, очень полезный. Вот так вот активно мы вступаем в август месяц. Но, тем не менее, мы уже работаем над грядущими мероприятиями. Хочется сказать про февральское событие, которое уже стало традиционным и которое пройдет в Москве. Это наша региональная конвенция. Пожалуйста, запишите себе эти даты, запланируйте визит в Москву 15-17 февраля, покупайте билеты уже сейчас, потому что сейчас у нас действует льготная летняя цена, до конца августа она будет действовать. И также сейчас можно купить VIP-билет, их ограниченное количество. Что дает VIP-билет? VIP-билет можно купить любому человеку, даже новичку. VIP-билет дает дополнительный подарок, дает право на отдельную регистрацию без очередей, также дополнительный купон на розыгрыш. Поэтому шансы выиграть суперпризы, они ровно увеличиваются в 2 раза. До этого мы 2 года подряд разыгрывали автомобиль, и сейчас мы будем вас тоже информировать по мере приближения к мероприятию, какие же ценные призы будем разыгрывать. Кто знает, возможно, в этом году мы будем разыгрывать и 2 автомобиля. Но, конечно же, техника тоже будет присутствовать. Это и мои, и очень хорошие ноутбуки,
мы разыгрывали MacBook и смартфоны. Конечно же, это будут лучшие места и еще и питание предусмотрено для обладателей VIP-билета. VIP-билеты у нас ограничены, поэтому мы не ставим период действия цены, потому что можем остановить продажу в любой момент, как только мы наберем вот определенное количество участников на именно категорию VIP-билет. Поэтому этот вопрос точно не откладывайте на последний момент, потому что потом, к сожалению, уже такой возможности просто не будет. И также хочу рассказать, что мы уже запланировали мероприятие в Минске, в Беларуси, 27-28 октября. Это национальное событие для Республики Беларусь. Билеты у нас уже тоже в продаже. Пока что мы не говорим место, но я думаю, что в ближайшее время скажем, где у нас будет это проходить. Потому что мы ожидаем наших лидеров. Это рубиновый директор Лариса Гудин и рубиновый директор Олег Ларичев. Приедет первый бриллиант на рынках СНГ Олег Григорьевич Пермяков. Обязательно будет наш генеральный директор Влад Хаджи. Конечно же, про продукцию будет рассказывать Варвара Веретюк. Поэтому приглашайте гостей, приходите сами и планируйте 27-28 октября. Покупайте билеты сейчас уже. Сейчас действует тоже льготная цена. Не откладывайте на последний момент и все себе запланируйте. А сейчас хочу напомнить про мероприятие, которое мы уже готовимся, которое пройдет в сентябре. Это элитный клуб, закрытый такой элитный клуб. Лидеров Джанес, первый в истории элит-клуб, пройдет. И скоро уже, буквально на следующей неделе, будем подводить итоги, будем говорить, кто же попал в этот элитный клуб и кто приедет у нас в сентябре. Напомню, существует квалификация на это событие из 25 сапфиров. И выше, с наибольшим количеством циклов за период квалификации, а квалификация заканчивается в следующий вторник, 31 июля, попадают на это мероприятие. Мы очень-очень ждем участников, и, конечно, будет насыщенная программа. Это будут и бизнес-сессии, и тимбилдинги, обязательно будет торжественный гала-ужин, признание, подарки, но что самое главное, проживание и питание для участников элитного клуба будет совершенно бесплатно. И как раз вот те фамилии мы включаем здесь на слайды, те фамилии претендентов, они идут не в порядке рейтинга, но вот здесь вот по странам, да, у нас те люди, их, конечно, больше, 25 человек, которые могут попасть, у которых есть все шансы попасть и стать первыми в истории участниками элитного клуба «Джанес». Это Владислав Богданов, Сергей Шутров, Александр Шарич, Евгений Веремейчик, Станислав Белко, Павел Иваницкий, Наталья Власенкова, Александр Черныш, Анна Юралевич, Инна Булгак, Виктор Кожанов, Ольга Волкодаева, вот Сергей Столбов, Элина Ягушева, Леонид Гладких, Эдуард Гринько, Галина Богданова, Эльмира Халилова, Натали Боэ, Алена Вовк, Ольга Рудик, Людмила Поливач, Елена Амерова, Венера Османова, Ирина Борисенко. Это наши претенденты. Галина Пушина, Бахыт Карибаева, Баян Рамазан, Гулькен Нашан, Аймана Разаева, Тамара Небарака, Юлита Кожиене, Эдгарс Азолинс, Надежда Евдокимова, Денис Янишевский, Эльвира Нечаева, Туяра Федорова, Жанна Ким. Представляете, сколько у нас претендентов, но, к сожалению, всего лишь 25 человек мы будем приглашать. И у всех этих людей сейчас есть реальный шанс. Что для этого нужно сделать? Зайти в свой бэк-офис, посмотреть, на каком этапе вы находитесь и, возможно, очень активно поработать вот эту неделю. Мы ждем вас в элитном клубе 6-8 сентября в Москве. Ну, а теперь хочу напомнить о промоушенах, которые у нас тоже, к сожалению, заканчиваются уже через неделю в июле. И промоушен, который был достаточно такой кратковременный, но я думаю, что он дал как раз для некоторых активное очень развитие июльский, это прорыв специалистов. И здесь даются у нас бонусы за
за то, что в вашей команде человек стал специалистом, если он подписал партнеров с пакетом Supreme или выше. Можно за это получить бонусы. И причем, чем больше специалистов у вас в команде, тем выгоднее бонусы, да, тем больше стоимость вот одного специалиста получается. И 10 дистрибьюторов всего региона, а это у нас регион, вот здесь как раз написано, Европа, Восточная Европа, Израиль, Ливан, Турция и Арабские Эмираты, они получат удвоенный бонус по итогам июля месяца. Поэтому тоже посмотрите, сколько уже специалистов у вас организовалось в структуре, для того, чтобы понять, какой бонус вы получите в июле. Сверх тех комиссионных, которые вы уже получаете каждую неделю. Также напоминаю, что функция «Создай пакет», она засчитывается в данном промоушене. И напомню, что у нас есть условия по распределению CV за регистрационные пакеты. Это Supreme Jump и Ambassador. Новичок здесь получает преимущество очень хорошее. Это активность на 4 месяца, то есть на месяц регистрации и еще плюс, ну, до 4 для амбассадора, да, плюс 3 месяца активности умной доставки. В Supreme это 2 месяца, то есть месяц регистрации плюс 1 месяц умной доставки. Но и здесь мы даем опцию. Вы можете увидеть в бэк-офисе, когда вы регистрируете новичка на пакет Амбассадор или Supreme, то можно выбрать, получить ли вот эти 4 месяца активности или получить 500 CV сразу, здесь и сразу. И вот если вы хотите получить 500 CV сразу за Амбассадор или 300 CV в один месяц за Supreme пакет, то выбирайте пакет, который называется Амбассадор 500 или Supreme 300. Обращаю внимание, что состав пакета, он такой же, как просто классический наш Амбассадор или классический Supreme. Основное отличие – это только у нас в начислении баллов CV. Вот так вот даже компания, как Влад сказал, да, самая лучшая компания, ничего на рынке в данный момент нет, что могло бы сравниться. То есть мы даем различные вариации для людей, для того, чтобы у них было богатство выбора. Есть еще один очень хороший пакет, который, кстати, мы видим, очень работает во времена нашего тура. Это наши два бестселлера – резерв и сыворотка. То есть новичок может зарегистрироваться до конца июля вот с таким замечательным пакетом. Спонсор за это также получает бонус и дополнительное количество travel баллов. Ну, а новичок получает два бестселлера по очень хорошей цене, и результаты от сыворотки, от резерва, они, конечно же, скажут сами за себя. Вот такой пакет, тоже не забывайте, что он у нас есть, он действует ограниченное количество времени. Это для тех людей, кто, например, сомневается, да, присоединяться, не присоединяться, есть какие-то сомнения. Вот это очень хороший аргумент. Дальше у нас также до конца месяца есть дополнительные подарки к регистрационным пакетам. Это наша суперновинка, биоцеллюлозная маска Luminess. В зависимости от того, какой пакет выбирает наш новичок, он еще получает дополнительно подарки. Или 2 упаковки маски Luminess, или 3 упаковки маски Luminess. За Амбассадор Джамбо и Джамбо годовой это 3, за Supreme это 2 упаковки. Ну, все мы знаем, да, что у нас маска, она такая достаточно. Во-первых, новинка, работает безотказно. Во-вторых, ну, посчитайте стоимость подарка и огласите это новичку. Мне кажется, это очень-очень такой хороший тоже аргумент для того, чтобы новичок заходил вот с этими пакетами до конца месяца. Есть еще один пакет, который у нас заканчивается буквально в следующий понедельник. Это промо-пакет для новичков, идеальный инструмент для демонстрации наших бестселлеров. Это вот маска и Instantly Ageless. Этот пакет находится в разделе «Товары». Поэтому тоже обращайте на это внимание. Также есть сейчас пакет, состоящий из всей полной линейки Zen. До конца июля он действует. То есть вы покупаете по очень хорошей цене все 4 продукта линейки Zen и можете смело начинать программу, проект 8, да, Zen 8, то есть за 8 недель можно
получить совершенно новое тело для себя и начать вот это вот преображение. И, как говорит Марк Макдональд, стать лучшей версией себя. Поэтому тоже пользуйтесь этим предложением. И вот такой пакет вы увидели, наверное, в нашем бэк-офисе. Ну, мне кажется, просто шикарная скидка, очень выгодный, очень хороший состав. Этот пакет для тех, кто, ну, во-первых, те, кто любит нашу продукцию, во-вторых, для тех, кто собрался на экспо, которая пройдет в Риме, потому что этот пакет дает удвоение баллов за лично подписанных партнеров до конца июля. И пакет этот состоит из 3 коробки резерв, 2 нашей любимой всеми сыворотки и AM и PM. Вот такой вот пакет со стоимостью, с очень хорошей ценой. Скидка там порядка 47%. Но самое главное, самая большая цена всего пакета – это удвоение баллов на экспо. Тоже этот пакет находится в разделе «Товары». И здесь немного информации по европейскому региону, потому что мы знаем, что нас слушает русскоязычное население, которое живет в Европе. Здесь у нас также до конца июля действует очень хороший пакет с Instantly Ageless. Покупаешь 3 упаковки и 1 получается по цене в подарок. Тоже этот пакет находится в разделе «Товары». Вот такой вот приятный пакет с Наарой, с резервом и с нашим средством для тела. Люминес тоже до конца июля он действует. Ну и вот это очень популярное предложение, которое действует сейчас в Европе. Это подарок, коробка резерва за умную доставку от 100 CV и выше на любые продукты в умной доставке. Вот что касается европейского региона. Ну, еще у меня остались немножко новостей. Это, конечно же, напомнить, что у нас навигатор личного успеха, программа, которая действует в этом году, и по условиям, которые можно получить бонусы до $15 тысяч США, и для новичка его 12 месяцев наступает ровно в день момента регистрации компании, тогда, когда он купил себе регистрационный пакет. Поэтому тоже не забывайте об этом напоминать своим людям, которые у нас подписываются. И напомню, что мы все тоже готовимся к октябрьскому большому мероприятию, которое пройдет в Риме 12-14 октября. И, кстати, те люди, которые подписываются на пакет «Амбассадор», им на почту приходит код на 2 бесплатных билета. И обращаю ваше внимание, что нужно этот код использовать, активировать в течение 2 недель, иначе он сгорает. И мы знаем уже такие случаи, что люди думают потом-потом, и потом заходят уже в бэк-офис, а код не работает. В течение 2 недель обязательно нужно выкупить эти билеты. Ну как выкупить? Просто их заказать в бэк-офисе. А для человека, у которого пакет Supreme, то для него приходит скидка на $50, то есть 50% стоимости билета на экспо. Также у нас сейчас существует квалификация на бесплатное проживание на 3 ночи в отеле в Риме и даже на оплату дороги в Рим до 31 июля. Можно зарабатывать как раз вот travel баллы. Да, не буду останавливаться на количестве, потому что вы все, я думаю, прекрасно уже выучили, сколько travel баллов вам нужно набрать и заработать 3 ночи в отеле, либо еще и перелет на какую-то определенную сумму до $2000 США. Представляете, как приятно. Да? Что нужно сделать? Нужно, конечно же, быть активными, нужно зарабатывать travel баллы. И что самое главное, пожалуйста, не забудьте, нужно купить билет на экспо, иначе в отчете не видят ваши данные системы, потому что у вас нет, если у вас нет купленного билета, то ваши баллы, к сожалению, никуда не засчитываются. Нужно обязательно купить билет на экспо, и тогда все travel баллы, они будут активными. Поэтому, кто не купил билет, нужно обязательно это сделать. Вот про льготные билеты на события с регистрационными пакетами я уже вам сказала. То, что действительно это очень хороший инструмент, но он работает в течение 2 недель после того, как вы получили код на
вернее, ваши новички, да, получили код на скидку либо на бесплатный билет. Его нужно активировать. Ну и мы знаем, что очень многие люди собираются командами, целыми командами в Рим. Ждем вас, конечно же, в Риме, ждем вас в феврале в Москве. Ну, а самое главное, ждем вас и ваших гостей на тех мероприятиях, которые мы проводим для вас, и благодаря которым мы очень надеемся, и мы знаем, что бизнес развивается, растет не только в России, но и по всему миру, по всем дальше странам. Спасибо вам огромное за то, что нашли время сегодня присоединиться к нам на наш вебинар. Ну, а на этом у нас наша презентация на сегодня, информация закончилась. Ждем вас на следующей неделе, 31 июля. И 31 июля, как всегда, будут новости о предстоящих событиях. И будет у нас выступление нашего медицинского консультанта Варвары Веретюк. Всем хорошего дня! Счастливо и до новых встреч!